Приветствую вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова, и сегодня я продолжаю говорить о подарках. В предыдущем видео я рассказывала о том, какие подарки подарили мне, это было очень-очень приятно, поскольку это были абсолютно женские штучки, я, конечно же, поделилась с вами. Ну а сейчас пришла пора мне собирать косметические подарки, уходовые, декоративную косметику для моих друзей, знакомых, учителей, которых у нас также вообще не очень много, врачей, ну и так далее. Конечно же, я не буду говорить, какой подарок каждому я дарю, вдруг они посмотрят это видео, уж лучше пускай остаются в неведении. Средства были приобретены мной в магазине «Подружка». А я приобретала именно то, что я пробовала сама, я знаю, им это понравится. Этот журнал декабрьский еще действует, эти предложения действуют, и также в магазине «Подружка» открылся онлайн-магазин, вы можете легко совершенно перейти на их сайт и посмотреть все средства, которые я вам показывала. В финале этого ролика мы с вами посмотрим кое-какие акции, на которые, ну, на мой взгляд, все-таки стоит обратить внимание. Итак, набор уходовый, который я приобрела для мамочки, это L'Oréal, возраст эксперт 55+. Чем мне нравятся эти средства? Они прекрасно впитываются, они не оставляют какую-то ужасно жирную пленку. Это дневной увлажняющий крем, это легкая текстура, которая прекрасно ведет себя под макияжем. Пробовала из этой серии, по-моему, 30+ или 35+, где-то год назад, мне понравился он. Следующий питательный ночной уже крем, вот он немножко погуще, он чуть дольше впитывается, поэтому я бы рекомендовала вам, если вы будете такие покупать себе, то где-то за час, минут за 40 наносить перед сном, однако он мне тоже очень понравился, для возрастной кожи отлично. Вот этот ночной крем, он такой маслянистый, собственно, он и называется комплекс масел. Дневной тоже комплекс масел плюс виталин, я надеюсь, вам видны упаковочки. И аденозин и кофеин, это для области вокруг глаз. Кстати, вот этот крем хороший, он мне нравится, и я бы рекомендовала его даже девушкам 30+, вот так вот, то есть потому что он очень хорошо питает, увлажняет кожу. Для тех, кто нормально относится к кремам, не с помпой, а вот в таких баночках, я бы очень даже рекомендовала вам, как хороший бюджетный уход, почему бы нет. И похожую линейку я дарила маме в прошлом году, немножко другая она была, тоже L'Oréal, ей понравилось. Несколько подарков для дочки, приятных, женских, все-таки ей уже 18 лет. Конечно, это не все подарки, которые я им дарю, естественно, будет еще кое-что. L'Oréal Магия глины маска скраб. Рассчитана эта масочка на 10 применений. Она, как вы видите, не кладется под глаза, область губ обходится, потому что она может пощипывать, она очень хорошо сужает поры и чистит. Сейчас у нее есть тоже грязевая маска, но скоро, я так думаю, она уже закончится. Так что для нее это будет очень приятным сюрпризом. Следующее также уходовое средство, оно уже после депиляции или после шугаринга, который мы иногда делаем. Такой вот вокс называется, не знаю, поправьте меня, если неправильно. Произношу увлажняющее молочко для тела, замедляющий рост волос с экстрактом папайи. Такой хороший отшелушивающий компонент папаин, папайя, удаляет чешуйки папаин и волосы не врастают. Ну и также чуть-чуть, действительно, чуть-чуть замедляет рост волос. Я думаю, будет приятно после шугаринга, после депиляции. Так что приятные женские штучки. Сложные темные цвета ей нравятся. Это почти черный, но все-таки не черный, а темно-темно такой изумрудный. Дикие свободные, Wild and Free название. Это номер 85. Кто интересуется вот такими необычными цветами темными, они есть в Essence. И следующее, что я приобрела, там вот такой вот карандаш от NYX. Красивый медно-золотой цвет, но он действительно какой-то очень деликатный, не сильно золотой. Такой, я бы сказала, розовое золото. Странно, но я так и не нашла, каким же образом его можно выдвинуть. Возможно, его нужно точить. Напишите мне, пожалуйста, пока не поздно. Ну, вроде бы как он пластиковый, не могу понять, точить его или не точить. Подарок своей знакомой приобрела вот такую вот пенку. Ей очень нравится черный жемчуг. Такую пенку она точно еще не пробовала. Это драгоценные масла. Себе мы такую же приобрели вторую, так что будем пользоваться. Я вам тоже расскажу. Это именно для очень-очень сухой кожи. У нее прям экстремально сухая. У него есть помпа. И выдавливается сразу же пенкой. Называется он пенка мусс, драгоценные масла. А вот такой подарок купила. Крем для ног от растрескивания пяток, залечивающий с маслом чайного дерева. Sea of Spa — это израильская косметика. Два крема нам с дочкой муж привез из своей поездки в Израиль. Я показывала вам в каком-то из своих видео их. Пока мы пробовали только один, нам понравилось, очень легкие текстуры. Открывать это не буду вам показывать, поскольку это подарок.
хорошо как для молодой, так и для взрослой кожи. Однако я все-таки дарю взрослому человеку. Поэтому вот такой вот серум под глаза с облепихой. Очень питательный. Цвет уже еще один приобрела. Хочу попробовать вот такой. Здесь бета-каротин. Везде, где он содержится, это морковь в основном. И облепиха, еще много бета-каротина, как вы знаете, вот этого оранжевого самого элемента в кураге. All Skin Types, опять же, я приобретаю всегда средства для различных типов кожи, чтобы оно подходило всем, это значит, что оно имеет легкую текстуру. Если красиво упаковать, на мой взгляд, очень хороший подарок, в принципе, довольно бюджетный, то есть это средний ценовой сегмент. Так, эта косметика довольно новая в России, не так много она представлена в магазинах, поэтому будет приятным подарком. Корейский бренд Esfolion. Вот такой логотип, тут хрюшка, здесь потому что коллаген. Это коллагеновая такая эмульсия, она не запечатана, поэтому я могу вам ее открыть и показать. Так понимаю, в связи с хрюшкой он животного все-таки происхождения, поэтому для веганов, наверное, нет. Я этим средством довольно долго пользовалась. Оно очень удобное, с помпой. Это ежедневная эссенция, которая кладется под крем. Она замечательна для кожи 35+. Такие эссенции чудесно увлажняют. А если вы будете наносить на тоник, то они будут очень-очень экономно использоваться, разносясь тонким-тонким слоем. Можно зону декольте покрывать даже под глазами и все лицо. И также далее эти эссенции должны закрываться кремом. Но благодаря им крем быстрее впитывается. Этой хрюшке приделаем бантик, и она тоже станет подарком. Следующий довольно большой набор. Мои любимые средства от HadLab. А пока еще не решила, что оставлю себе, что подарю. Вполне возможно, один из лосьонов я оставлю себе. Здесь крем под глаза. Это японский бренд, поэтому здесь мало что переведено. Но сзади по правилам торговли в России обязательно должен быть перевод. Поэтому мелким-мелким шрифтом вы можете прочитать, что это крем против морщин с гиалуроновой кислотой. А это крем против морщин вокруг глаз и носогубных складок, то есть всех мимических морщин. Целых 30 грамм крема, это очень удобно. На рисунке указано, куда необходимо наносить этот крем. Ну, от HadLab у меня только приятные впечатления. Средства недорогие, всегда есть какие-то акции, прям постоянно в магазине «Подружка». Serum Premium, скорее всего, я оставлю себе. Содержит оно 5 видов аж гиалуроновой кислоты, которая работает и на глубоких уровнях, и более крупномолекулярная на внешних уровнях, то есть не дает вашей коже сморщиваться, кожа просто не теряет влагу в течение дня. И вот эту премиум серию я еще не пробовала, поэтому скорее всего вот желтый я оставлю себе, а красный я уже пробовала, он у меня в большем варианте даже был. Я подарю вот так в комплекте, они из одной серии, молочко для лица с ретиноловым и альфа-липоевой кислотой, то есть то средство, которое хорошо омолаживает кожу, делает ее более гладкой, сужает поры, в общем, все, что касается и ячей кислот в небольших количествах, вот в таких вот легко усваиваемых формулах, в легких текстурах, это очень-очень хорошо для кожи 35+. На мой взгляд, прекрасный подарок. Ура, я тоже рада, я попробую новое молочко. Далее об уходе, о том, что я приобрела лично для себя. It's Skin — это также корейский производитель, как и Esfolio, который я вам показывала только что. На сыворотку у меня уже открыта, и я довольно быстро их использую, потому что я использую на зону декольте, на предплечье и на грудь, поэтому у меня довольно много их уходит. Но вот, скорее всего, одну я тоже подарю. Коэнзим Q10, вы знаете, что это такое. Энзимы — это те вещества, которые помогают нашей коже выглядеть моложе, они тоже отшелушивают как бы немножко верхний слой, придают коже здоровый цвет, делают кожу менее рельефной, более гладкой. Так что вещь очень хорошая, очень советую вам попробовать. Вот таких сывороток очень много разновидностей. Мне нравится именно с коэнзимом Q10. Довольно много корейских средств для зубов сейчас в магазине «Подружка». И они, в принципе, там всегда были, но постоянно пополняется состав брендов. Мне это очень нравится. Я пробовала уже такую пасту, мне она понравилась. Поэтому мы прикупили себе еще одну. Это Xylitol Pro Clinic. У нее довольно узкий колпачок. Это единственное «но», то есть она не очень хорошо стоит. Так немножко падает, поэтому я ставлю ее в стаканчик. А по аромату она такая очень-очень натуральная. Похоже, знаете, на что? Похоже на детский порошок зубной. Но мне это совершенно не мешает. Она хорошо успокаивает десна. Мои, по крайней мере.
По цвету, как вы видите, она такая салатовая. Не закручивается, она вот так вот защелкивается, но она довольно сильно мятная. Кто не переносит сильно такой прям мятный вкус, как в Дироле или в Орбите, в самом таком ядреном, то аккуратнее с этой пастой. А это освежитель для полости рта. Возможно, я буду носить его с собой в сумочке. А это российский производитель. Называется он Зеленая Дубрава, Россия. Global White. Они быстро довольно все заканчиваются, здесь всего лишь 15 мл, но если он хорошо освежает, то хватит его надолго. И сейчас хочу попробовать. Он сильный, ребята. Он хороший, он такой прям правильный, сильный. Я думаю даже, что он будет снимать немножко раздражение в горле. О, хорошо, мне понравился. Кто любит очень сильную мяту, вот он продается в подружке. Следующие три средства, которые я приобрела, возможно, один из лаков я подарю маме, пока не знаю. Нужно будет посмотреть, проревизировать, что есть у нее сейчас в наличии, каких цветов не хватает. На всякий случай взяла два нюдовых, потому что она любит тоже вот такие вот нейтральные оттенки. Один лак — это Essence. В номере 35, как вы видите, он такой прям совсем нейтральный, немножко перламутровый, молочного цвета. И второй такой более кофейный, мелкий-мелкий, там такой глиттер, ну практически незаметный. Он дает некоторое сияние небольшое. Pink Up. И это номер 05 Stone Story. Какой у него приятный цвет. Такой оттенок легкий какао, мне нравится. Средство для роста ногтей, больная моя тема, да, сейчас я лечу ногти. Но сейчас снова, как вы видите, их отрезала, чтобы было удобнее. Orly Nail Tuition серия, Nail Growth Treatment. Это такое средство для роста ногтей, для укрепления. Довольно приятный, как вы видите, оттенок сам по себе. Я надеюсь, оно не просто прозрачное, а именно дает вот такой приятный молочно-розовый оттенок на ногтях. Потом посмотрим с вами, будем делать маникюр. Купила вот такую вот кабуки-кисточку от Essence. Один раз я ее уже попробовала. Она прям такая хорошая, мягенькая. И ей хорошо, знаете, что наносить? Ей хорошо наносить именно пудру минеральную, когда нужно вот так вот прямо втирать ее в кожу. Для этой пудры, мне кажется, отлично подойдет. Там есть, по-моему, даже другие цвета, но даже дело не в цвете, а в том, что это искусственная, довольно хорошая кисточка. Она вот в таком удобном боксе, наверное, так ее и можно хранить. Ну и мы регулярно приобретаем вот такие вот спонжи, ими же можно наносить макияж. Что немаловажно, я мою спонжики в кушинах, и пока они сохнут, я пользуюсь вот такими вот очень удобными спонжиками от Deco. И это корейский бренд Deco, экспортируется он московской фирмой, но это Корея. Вот такие спонжи прекрасно отмываются, они там есть в миллионах вариантов, и треугольные, квадратные, малюсенькие, совсем под глаза. Ну вот эти именно отлично подходят для кушинов, собственно, с этой целью я их и приобретаю регулярно. Теперь кратко о том, на что стоит обратить внимание, на мой взгляд, а в декабре успеть еще что-то приобрести для себя или в качестве подарка. Актуальные акции, которые действуют в данный момент, необходимо смотреть не в журнале, потому что там все акции всего месяца, а именно на сайте. К примеру, мы берем промо-акцию в декабре 3 по цене 2. То есть вы приобретаете 3 продукта, платите только за 2. Вот актуальные предложения. Средство Pink Up для ногтей. Действует эта акция по 31 декабря с начала месяца. Далее тканевые маски. В упаковке индивидуальной из Кореи от брендов Up You, Med Health, Esfolio, Dermal, Dewtree и другие. Следующие акции, как вы видите, Deco. Спонжи сегодня я вам показывала, которые я приобретала. Бренд аксессуаров. Далее следующие три акции. Дури 2 равно 3. Это корейский уход за волосами. Не содержит искусственных красителей и минеральных масел. И L'Oréal Paris. Также до конца месяца при покупке 3 любых средств для окрашивания волос, для тех, кто красит волосы, обратите внимание, вот такая вот акция. Одно из них бесплатно. Следующие 3 предложения. Nivea, далее Garnier. Любые 3 средства Garnier вы приобретаете, платите только за 2. Также до конца месяца действует акция. И остается Maybelline в этой категории. При покупке 3 любых продуктов декоративной косметики Maybelline также одно из них бесплатно до конца месяца.
Следующий выгодный очень раздел на сайте «Подружка», и также он есть в журнале, это «Выгодная цена». Здесь общий раздел «Выгодные цены на косметику, парфюмерию и средства по уходу». Я советую вам посмотреть. Сюда входит «Max Factor», «L'Oréal Polish», «Dolce & Gabbana», туалетная вода «Харизма», маска для волос, крем для лица «It's Skin». Тот же самый бренд, который я показывала вам только что, It's Skin, я приобретала вот эту сыворотку. До конца месяца, как вы видите, держится очень приличная скидка. Выгодная цена действует в розничных магазинах и интернет-магазине, в том числе только при предъявлении дисконтной карты «Подружка». И условия оформления карты вы также можете посмотреть на этом сайте. Очень выгодный раздел – это подарок за покупку, наушники в чехле в подарок за приобретение средств от «Апью». Далее L'Oréal помада в подарок. При покупке двух любых продуктов декоративной косметики для лица L'Oréal Paris в период до 31 декабря помада бальзам Sexy Balm в подарок. Я слышала, они очень нравятся девушкам. Хорошие подарки от Essence. При покупке на сумму практически 400 рублей, да, 399, тени для век в подарок, также до конца месяца. Маски для рук в подарок Bath Therapy. Дезодоранты в подарок United Colors of Benetton Antonio Banderas. Дальше Орли пилочка в подарок при приобретении средств от Орли на определенную сумму. При покупке двух любых продуктов черный жемчуг или бархатные ручки, крем-бальзам в подарок дарится, бархатные ручки. При покупке двух любых продуктов Dove, абсолютно любых, из любых линеек, маска для волос дарится в подарок. Вот такая маска. Опять же, до конца месяца. Все актуально, что я вам сейчас показываю. Хималая бальзам для губ дарится в подарок. Если вы используете укладочные средства, то при покупке двух продуктов Сьюз вам подарит вот такую симпатичную косметичку в стиле Шанель. Следующий раздел, на который, на мой взгляд, стоит обратить внимание, 50% выгода, это раздел со скидками. Здесь гигиена женская, корейские, насколько я понимаю, средства. Дальше Physicians Formula, к сожалению, представлена не во всех магазинах «Подружка». Давайте откроем, посмотрим, что предлагается. Также все скидки, как в предыдущем отделе, указаны на одной странице. Любимый бренд. Так, при покупке лака для ногтей Sally Hansen скидка на любое средство по уходу за ногтями. Physicians Formula скидка 50% на любую тушь для ресниц и карандаши для глаз. Шампунь Эко Лаборатории скидка 50%. При покупке любого средства женской гигиены Space 7 скидка 50% на второе. Вот это выгодно. И при покупке любых бритвенных принадлежностей Gillette скидка на любое средство до или после бритья. Если вы пользуетесь средствами от Gillette, то, мне кажется, на это стоит обратить внимание. Также магазины «Подружка» предоставляют подарочные сертификаты. В разделе «Магазины» вы можете посмотреть и найти на карте магазин, соответственно, в своем городе и в своем районе. В разделе «Проверить скидку» вы можете ввести, зарегистрировать карту и проверить, какая скидка в этом месяце у вас будет по данной карте. Раздел «Бренды» понятно, здесь все бренды. Также хочу напомнить вам, что изменилась политика YouTube, и теперь, чтобы владелец канала мог действительно полноправным быть членом YouTube-сообщества, необходимо не просто просматривать ролик, но обязательно ставить свою оценку. Поэтому я буду очень признательна пальчику вверх, если вам понравилось это видео, если вы считаете его полезным. А я стараюсь делать именно те видео, которые помогут вам найти что-то полезное и интересное, либо, возможно, избежать каких-то ненужных трат и не очень качественных приобретений. Спасибо большое, что вы были со мной. Очень признательна вам за все ваши отклики. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!